Справедливость для своих. Анатолий Вассерман, специально для РЕН-ТВ за 8 августа 2020 года. Во вторник началось рассмотрение по существу дела о пьяной автокатастрофе, учиненной уважаемым многими артистом. Не буду анализировать трюки его адвоката, лишенного этого статуса уже четырежды. У нас пока можно, когда тебя вышибут из коллегии адвокатов, вступить в новую, в другом субъекте федерации. Отмечу только, что его клиент, действуя по его советам, выставляет себя дураком и трусом в одном флаконе, да вдобавок лишается шансов на судебное снисхождение. Но куда важнее, что светлолицый на полном серьезе кричат: сын великих артистов Олега Николаевича Ефремова и Аллы Борисовны Покровской не может быть преступником. Мол, на встречку вылетел каскадер, а уже после столкновения в машину вложили владельца. Мол, кровавая гобня не простила концерты «Гражданин-поэт», где он зачитывал стихи двоих русских, ненавидящих не только власть Российской Федерации, но и весь поддерживающий ее народ. А кое-кто открытым текстом задает и вполне фашистские вопросы. Кто полезнее, рядовой курьер или актер Актерыч? Те же люди теми же ртами прозывают строжайше карать не входящих в их тусовку, но для своих требуют полной неприкосновенности. Самое страшное, к наглецам слишком прислушиваются. Московский городской суд признал братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого невиновными в хулиганстве. Судя по видеозаписи, стол, нацеленный на голову государственного служащего в кафе, ударился о стену. Дело направлено на новое рассмотрение. Футболисты надеются на компенсацию за уже отбытый срок лишения свободы. Открытым текстом спрашиваю: а что, попытка разбить человеку голову не в счет, если не удалось? А что, водитель Соловчук, избитый пьяной бандой еще до того, как она забрела в кафе, недостоин защиты? Или умение пинать мяч и быть любимым высокими чиновниками освобождает от ответственности? Кому-то закон не писан? Открытым текстом предупреждаю: государство, где на этот вопрос ответят «да», обречено. Проверено не только на российском опыте. Подумайте об этом хорошенько. Судьи по делам о хулиганах с ловкими ногами, об убийстве водителя наркоманом-алкашом. И примите справедливое решение. Без оглядки на крики элитки, опираясь только на закон. Большего и не надо. Анатолий Вассерман. Справедливость для своих.